Привет, братцы. Знаете, в последнее время почему-то постоянно хочется поговорить о корнях. Может быть, возраст начинает сказываться, но хочется оглянуться назад, вспомнить, какими мы были, откуда мы пришли, как мы стали такими, какими мы стали. Но психотерапевт дерет по 4 куска за сеанс, поэтому, видимо, в прямом эфире с вами сегодня придется все это обсуждать. Потому что сегодня у нас топ самых внезапно страшных моментов из фильмов детства. Во всяком случае, тех фильмов, которые нам в наших теплых ламповых нулевых казались детскими. Они не всегда такими были, как выясняется. Проработаем пару травм. Серьезно, какого хрена? Нифига не запускается. И что делать будем? Я не буду как в тот раз со свечами сниматься. Ну, слушай, ну мы с тех пор все-таки нет-нет, да чем-то закупились. У нас вот есть лампы на батарейках. Они, правда, не очень мощные, но еще у нас есть вот такая вот цветная лампа. В задницу. Я домой сниму в другой день. О! Ну, совсем другое дело. Ты говорил, не будет света на этой неделе. Проработаем пару трав. Ну нет, на этот прикол я снова не куплюсь. Проработаем пару трав. Да твою-то мать! Петь, походу нет вариантов. Либо пишем так, либо забываем про эту тему. Ну и сейчас даже не Хэллоуин. Какого черта? В сегодняшнем топе мы посмотрим на самый неожиданный хоррор. Вставки в фильмах, вообще-то считающихся детскими или семейными. Сюда не вошла анимация, ей впору отдельный топ посвящать, и мы старались не включать сюда полноценные фильмы ужасов. С одним исключением, которое рука не поднялась вычеркнуть, но о нем позже. А сейчас меня зовут Петр, и поехали разделаемся с этим запоздавшим хэллоуиновским кошмаром побыстрее. На 10-м месте сегодня сущее топливо ночных кошмаров, причем даже не одного поколения, а сразу парочки. Это Чарли Вилли Вонка и Шоколадная фабрика. Вован, ты че, все норм у тебя? Да, сори, тут просто момент сериально напряженный, не сдержался. А, ты решил удвоить для себя жуть съемок? А тут, короче, Ваня Янковский, Саша Борщ, Александр Яценко, и они ищут маньяка. Я слыхал про реальную историю, там прям очень страшно, и тут пока тоже. О, ладно, я не то чтобы спрашиваю. Сюжет про то, как следователь вместе с напарником пытался поймать одного из самых страшных серийных убийц СССР, который один за другим убивал подростков в районе Рублевского шоссе. Сериал получился очень атмосферным, стильным, и главное, не просто про маньяка, еще и социалки копнули. Блин, чертяк, что ж ты делаешь? Где посмотреть, как называется? Называется «Фишер», и это оригинальный проект видеосервиса Винк. Выходит по серии в неделю, доступен сразу во всех подписках. Я уже оформил у них на сайте, и теперь у меня есть доступ к одной из лучших библиотек фильмов и сериалов, включая эксклюзивные проекты Wink Originals. Ссылка на сериал будет в описании. Также не забывайте про наш огненный промокод КИНОО, по которому все новые пользователи получат доступ к подписке Transformer на 60 дней совершенно бесплатно. Да, лады, как только закончим. О чем я говорил? Чарли и Шоколадная фабрика. Я уже оговаривался в других видео, что небольшой фанат этой истории. Если однажды, лет через 5, случится-таки от худшего к лучшему по Тиму Бёртону, то даже поговорим, почему конкретно. Но в целом, меня всегда пугала концепция выбывания детей в полусмертельных ловушках их грехов. И почему все делают вид, что это детское кино, а не игра в кальмара, встречающая 7? Да. Этим вопросом я задаюсь до сих пор. Однако это мое мнение. В целом люди смотрят историю про шоколадную фабрику для души, что не отменяет криповости пары отдельных сцен и заведших кино в топ-10. Версии с Джонни Деппом — это, конечно, девочка-ягодка. В оригинале у нее были жутковатые реальные последствия, мы об этом делали видео, но вот в ремейке это жутко сразу, на экране. И главный ответственный за это, конечно, ну, помимо фантазии Тима Бёртона и его постановщиков, несовершенный CGI. Сделав ставку на него, старина Тимофей Бертоньев подарил множество детей нашего поколения качественнейшие кошмары. Начинается все с того, что девчушка синеет, и это ничего. Но потом подключаются какие-то трупные пятна. Сам процесс раздувания в сочетании с очевидной компьютерностью модельки рождает лютую зловещую долину. Крупный план прямиком в карту к психотерапевту. Эти отчаянные безжизненные глаза, большие провалы по теням и неестественность всего происходящего. Блин, в оригинале эта сцена хотя бы проходила в ярком помещении, была окружена светом, а здесь она снята в низком ключе, в полутьме и в сочетании с саунд дизайном выглядит как реальный хоррор. Чем дальше, тем больше. Бррр, оригинал как-то
помягче с этим обошелся. Впрочем, у него были свои грехи. Детишки 70-х сходятся на том, что в нем самый жуткий момент. Другой, на лодке. Is it snowing? Is a hurricane blowing? И даже сейчас, 50 лет спустя, понимаешь, что да, чё-то ребятки борщинули, этот дикий свет, текст песни Вонки, звучащий с минимальным и напряженным инструменталом, целенаправленно криповый финал, где кондитер уже просто орёт. Все это реально способно поддавить даже на взрослую психику, не то что на детскую. И да, мы, конечно, оригинал Вонки в фильмы детства не включаем. В целом кино 70-х, 80-х мало будет попадать в этот топ, но дать контекста к жути версии Бертона хотелось. Это латентный хоррор на поколение. Так что даже интересно, собирается ли версия с Шаломе, которая выйдет в конце этого года, дать нам еще такого же контента. Продолжает список легенда «Человек-паук» Сэма Рэйми. Ведь что может пойти не так, когда вы доверяете пост автора кинокомикса хоррор-режиссеру? Много чего может пойти не так. Жизнь многих людей. Моя жизнь. В первом фильме за жуть, безусловно, отвечает Уильям Дефо, крипово мечущийся по поместью, болтающий с еще более зловещим, чем обычно, с собой в зеркалах. Но реальный фильм ужасов начинается в сиквеле, на сцене в больнице. Отрубившегося доктора Октавиуса готовят к операции. Нужно отпилить щупальца, но в маршрутке начинается сущий ад. Очнувшиеся металлические твари хладнокровно размешивают всех присутствующих. Человек 10 без единого выжившего. А вообще, с этой сцены есть забавный парадокс. Сейчас она действительно обрела культовый статус внутри этого фильма, потому что если ее серьезно разобрать, она действительно наводит очень хорошего страху. Начиная от худпоста, навевающего неуютности просто на стадии заявки локации, продолжая костюмами и общей постановкой. Тишина без единой ноты саундтрека, пугающие реакции людей, довольно неприятные смерти, хотя и без единой капли крови все-таки PG-13 надо держать. Жутковато. У сцены есть прям отдельные разборы на ютубе, ее вспоминают, ее выделяют. Правда, знаете, когда этого не происходило? В детстве. Не знаю, как у вас, но ощущений именно от этого момента из юных лет я не помню никаких. Как-то вот вообще не произвело такого уж пугающего впечатления. И под заливом этой сцены на ютубе есть соответствующий комментарий, мол, действительно, сейчас ты как будто лучше понимаешь, насколько это жуткий момент, особенно сюжетно. Так что это как бы страшный момент из фильма для детей, но вроде как-то именно в детстве удавалось через него проскакивать. Напишите, как у вас, потому что, может быть, у меня на самом деле какие-то искаженные воспоминания, может, на самом деле я настолько дико боялся, что мозг подчистую стер всю информацию об этом, а вы помните, что было очень страшно. Напишите, пожалуйста. Восьмое место. И здесь еще один культовый герой со своими типа детскими приключениями. Гарри Поттер. У него за 8 фильмов жуть накапало, конечно, немало. Можно вспомнить и дементоров, и мертвецов из полукровки, и двуликого Квирла из философского камня, разваливающегося на куски. Вот это реально выбивало почву из-под ног в детстве, но все-таки есть ощущение, что прям максимально на жуть кино навалило во втором фильме «Тайной комнате». Здесь просто есть по чуть-чуть для всех. Боитесь слизняков? А вот, урон есть парочка во рту. Терпеть не можете боди-хоррор? А как вам рука Гарри без костей? Но главное, сюрприз, конечно, если вы боитесь змей и пауков. А, собственно, кто их не боится? Здоровый Василиск, ползающий по трубам где-то за стеной, а потом выползающий прямо на Гарри со всеми своими клыками. Ух, крепота. И удивительно, как не самое главное в фильме, потому что пауков эта часть смакует даже больше. Начиная от триллерного запретного леса и зловещего света через крупники огромного Арагога и его клешней к главной жути, кадру десятков тварей, спускающихся на героев из засады сверху, а затем окружающих их. Я не могу отказать им в удовольствии полакомиться свежей плотью, которая так любезно пожаловала к столу. И заканчивая это все, конечно, буквальными скримерами, уже когда незадачливая парочка сваливает. К огромному счастью, в нашей киноогненной компании Рон не я. Потому что я змей боюсь побольше, чем пауков, и именно эта сцена еще не так сильно меня пугала. А представляете, каково нашему Рону Владимиру? Я это каждый год пересматриваю. Помогите. Да, кино еще и в целом самое загадочно нагнетающее в серии со зловещими почти смертями и голландскими углами тут и там. Короче, достойный повод не спать для детей нулевых.
Офигеть. Тут, кажись, одной лампе кранты. Да ёпарасоте. И почему? Заряд вроде сел. Наверное. На оставшиеся сможем добить? Ну, если текст небольшой. Черт. Мы же на киноогонь славимся своими короткими видео, да? Седьмое место! Здесь сразу два фильма одного режиссера, которые мы с какого-то перепугу смотрели в детстве, хотя они для этого были вообще не предназначены. Это «Робокоп» и «Звездный десант». Пол Верховен – человек, исторически снимавший исключительно плотные 18+, особенно в 80-х, 90-х, и многие его фильмы того периода были сатирой. «Робокоп» на полицию, «Звездный десант» на армию, и в том числе, чтобы эта сатира не воспринималась за чистую монету, режиссер предпочитал говорить с людьми взрослыми, понимающими прикол. Ну и провокационный жестяк ему тоже нравился, не без этого. Но по итогу все это сходилось в ту точку сюжета, где и «Десант», и «Робокоп» были фильмами люто-кровавыми, стебными и рассчитанными на взрослых, а сработали ровно в обратном направлении. Из-за стебности и сатиры многие аспекты сюжета характеров упрощены, они сделаны намеренно, комично, наивными, что в сочетании с яркими персонажами неожиданно сделало их объектом обожания детей. Ну типа, робот-полицейский, это ж игрушка мечты в детстве, а пострелушки с большими злыми жуками в космосе вообще отвал башки. И так целое поколение и загремело на несколько очень крепких травм. Во-первых, «Десант». Фильм в целом довольно кровавый и взрослый, там много неприятных смертей, но одна выделяется особенно. Отряд, попадающий в самое логово жуков и знакомящийся с мадам мозгосоской. Мало того, что герои изначально проткнуты жуками, одному из заметных героев еще буквально пробивают череп, затем высасывают мозги, а затем показывают зубодробительно жуткое для ребенка опустошенное тело. Неудивительно, что в комментариях перепись общества анонимных травмированных. И исключительно хорошо этому помогает, конечно, дизайн жука. Ух уж этот грязный сай-фай конца века со слизью, мясом, в проработанно жутких резиновых моделях. Вроде и не хватает сейчас такого реализма и тактильности. А вроде и жуткий пи***ц, ну его нафиг. Хотя, с другой стороны, это только «Звездный десант» был, там еще терпимо. Вот в «Робокопе», ребята, вообще отвал всего. Я его, слава богу, в детстве выключал сразу же, как только увидел первую сцену из вот этой сегодняшней подборки. Я сразу его вырубил, такой, не-не-не-не-не, вы меня на это не поймаете. Но ведь кто-то и досмотрел до второго эпизода. Ой, не знаю, ребятки, мне кажется, если бы я такое в детстве увидел, я бы превратился в рассказчика из бойцовского клуба, не меньше. «Робокоп», как и «Десант», это лютый 18+, и рейтинг R. Удивительно, как вообще не NC-17, потому что некоторые сцены этого фильма просто зверски жестоки. Такое взрослому видеть не хочется. Первое – убийство самого Мёрфи, будущего «Робокопа». Жуткий момент, в котором над хорошим парнем несколько минут издевается толпа кровожадных психопатов, а камера это смакует. Ну, блин, даже не можем такое на Ютубе безопасно показать. Там сперва отстреливают кисть, потом руку целиком, потом решетят в мясо туловища, на десерт простреливают голову. И все это на крупниках. Пол Верховен, старина, я понимаю, что это кино для взрослых, но у взрослых тоже есть чувства. Пощади, пожалуйста, это же too much. А уж когда персонаж стал культовым среди детей, в том числе через пародийного инспектора Гаджета, узнавать его происхождение, перечеркнуть напрочь все детство. И да, как мы анонсировали, я знаю, в это сложно поверить, это не самое страшное, что есть в этом фильме. По ходу сюжета жуткий робокоп само собой вырезает всех подонков из начала, и один из них погибает смертью, которая даже для него выглядит перебором. Ведя фургон, он врезается в бак опасных химикатов и несколько минут не может просто умереть, постепенно расплавляясь на экране, пока гримеры 80-х выбивают из себя все самые темные фантазии по части боди-хоррора. Ох, я просто, какого ж черта? Плывущие глаза, расплавленные пальцы, хрипы, торчащие кости. И когда кажется, что сцена наконец-то закончилась, живой мертвец внезапно возвращается на склейки, так чтобы у вас прям не было шансов отвернуться. И финальный аккорд с лютым мясным размазыванием об капот. Пол, дружище, может, все-таки, ну, как-то поделиться контактом пары психологов, потому что, мало ли, не только у нас травма, может, она где-то до этого фильма появилась, а потом в нас перетекла через его визуальное полотно. Ни в каком возрасте не поздно немножко проработать вещи, потому что это реально жесть. Мы
все еще не в верхней половине это продолжается. Шестерка! И здесь мы объединяем пару коротеньких моментов из классических фильмов. Не фильмов ужасов, но классических фильмов 90-х, которые мы смотрели всей семьей. Хотя они, вообще-то, как и на прошлом месте, образцовые эрки, выжимающие все из своего рейтинга. Но так уж получилось, смотрели-то их все, и детей от экрана никто не отводил, и за это потом платились парой бессонных ночей. Здесь «Матрица» и «Терминатор». В первой это сцена допроса. Спокойный, размеренный диалог, конечно, напрягает контекстом, это все-таки допрос, но никак не предвещает реального хоррора, идущего дальше. Сперва наводящий абсолютной жутью пропадающий рот Нео. Поднимите руки те, кто в детстве сразу после этого кадра выключил и не узнал, что это не самое жуткое, что происходит в этой сцене. И только спустя время досмотрел до проникновения жука в пупок. Наделал кирпичей еще больше. Фу, это до сих пор выглядит мерзко, что-то, а мы ведь реально смотрели это в детстве. Неудивительно, что психологи рубят такие бабки, а ведь были еще и терминаторы из той же категории. Про первого Железякинца даже в этом контексте говорить нечего, это целенаправленно страшное кино, и моменты с ковырянием глаз и финальным преследованием, они именно об этом. Вот сиквел, который вообще-то больше боевик, и в котором, конечно, есть жидкий парень с руками-мечами, проползающий сквозь решетку и рубящий людей, но духа хоррора гораздо меньше. Вот от него одной из самых страшных сцен во всей истории кино никак не ожидаешь. «Сон Сары Коннор о ядерном ударе» — стопроцентный короткометражный фильм ужасов. Это видно по постановке, это слышно по саунд-дизайну. Тихая, угрожающая музыка, зловещий отсутствующий голос самой Сары, хотя детей на площадке и решетку, к которой она прикасается, слышно. Ощущение грядущей беды, а затем демонстрация ядерного удара. Причем, чтобы вам во взрослом возрасте стало еще некомфортнее, очень точная демонстрация последствий ядерного удара. Кэмерон консультировался со специалистами, так что снесенные дома, горящие люди, пепел от детей, это буквально тут показано на экране, ведь это был настольный для многих детей фильм. Все это реально близкое отражение вероятного исхода, так что да, сперва это жутко как хоррор, а потом как осознание реальности. И да, есть пара десятков человек, которым, мне кажется, прямо сейчас надо это в офисе круглосуточно крутить, чтобы как-то немножко мозги вправились в нужное русло. Может, просто потому, что они в детстве-то как раз этого не посмотрели, а то, как это в детстве увидишь, так сразу как-то картина мира выстраивается. И да, только шестое место. Этот момент с «Матрицей» в дирже мог бы претендовать и на большее, как и предшествующий «Робокоп», но все же это кино здесь изначально не должно было быть. Это эрки, буквально не для детей. И здесь они как маркер нашего воспитания, а не как борщ киношников, но не упомянуть было нельзя. Дальше все-таки пойдем по детским рейтингам. Ладно. Так, слава богу, мы уже потихонечку приближаемся к финалу, переходим в верхнюю половину списка, и все еще ничего плохого не произошло. На пятом месте кролик Роджер, а вернее тот, кто его подставил. Само собой, осторожно, спойлеры. Еще в середине легендарной истории нам заявляют ужасающую механику расправы с провинившимися мультяшками. Медленную казнь в растворителе. Чего нам, однако, не заявляют до поры до времени, так это истинные личности судьи Рока, как раз заведующего этой казневой системой. И сочетание двух этих факторов в самом финале рождает несколько незабываемых моментов. Сперва Кристофера Ллойда, пугающе кривляющегося, переезжает каток прям в кадре. Довольно жуткая смерть, уровень хоррора для ребенка уже на крепкую 9 из 10. Затем выясняется, что он не умер, потому что не человек, а мультяшка. Злодей жутко надувает себя, у него буквально вываливаются глаза, вместо них оказываются жуткие, зловеще долинные мультяшные. Уровень страха 10 из 10, но и это не все. После еще одной финальной битвы, в которой сражается уже реально супер зловещий злодей, в дело вступает тот самый растворитель. Его направляют прямо в антагониста, и начинается сущая крепота. Крича и мультяшно извиваясь, тот медленно растворяется и умирает. С одной стороны, ну и правильно, мало того, что подлец редкий, так еще и попробовал своего лекарства. С другой, что-то в этом всем не так. То есть мы как бы понимаем, что перед нами мультяшка, но одновременно мы понимаем, что играет-то эту смерть реальный человек. А и потом, даже если игнорировать это зловещее сочетание, даже если это просто мультяшка, крики боли, растворение в кислоте, жутковато в любом контексте. Тем более происходит это медленно, с дымком и с маком. По большей части прямо в кадре, камеру не отводят. О, уровень хоррора. Вы что, обалдели из 10?
Это не то, что не эрка, это даже не PG-13, ребятушки. Это просто PG. То есть в российском варианте локализации рейтинга 6+. Вы можете показать это семилетке, и он сразу станет кирпичным магнатом. Да, если рассматривать этот момент как что-то, что может посмотреть пятилетка в сопровождении родителей, но тем не менее, это очень достойный претендент, чтобы обогнать криповые эрки. Все-таки это еще и засланный к самым маленьким казачок. В шаге от призовой тройки останавливается легендарный Индиана Джонс и его не менее легендарные криповые моменты из первых двух частей. Что творилось в оригинале, вы, конечно, помните, если еще не платили гипнотизерам, чтобы эту информацию затерли. В самом финале, когда нацисты все-таки дорываются до ковчега и решают его проверить перед отправкой Гитлеру, следует одна из самых внезапно криповых сцен 80-х. Не проявляя уважения к духам и не закрывая глаза, в отличие от Индианы и его спутницы, нацисты обрекают себя на лютую смерть. Сверхъестественные силы буквально растапливают их, как снеговичков в весеннее солнце. Сперва, конечно, идет смерть всех солдат и появление страшного духа, но для трех главных негодяев ковчег готовит другую участь. Да, момент длится всего секунд 7, но выкорчевывать его из памяти потом приходится гораздо дольше. Оплавляющееся до кровавого мяса лицо, торчащие зубы, взрывающаяся голова, сминающаяся голова. Блин, этот ваш Спилберг навалил верховина в детском кино. Лютая дичь. И поразительно, что момент до сих пор смотрится страшно. Эффекты-то какого черта не устарели? Переход от актеров к уничтожающимся моделям супер бесшовный, что только делает его страшнее. Да. Большой респект визуальной команде. Это опередило свое время, это круто до сих пор. Но, может быть, не надо было опережать свое время. Может быть, хотя бы будущим поколениям можно было как-то кукушечку сберечь. Второй фильм на этом фоне, конечно, чуть менее отбитый. Хотя там пугалочки длятся подольше. Злодеи-сектанты вынимают из бедолаги сердце. И это уже достаточно жутко. Свопящая музыка Джона Уильямса с супердраматическим освещением и с эффектом проникновения сквозь грудь. Уф, Стивен, какого черта? Но это еще не все. Тут же бедолагу заковывают в местную решетку для гриля и буквально сжигают в кадре. А параллельно его окровавленное сердце горит в руках лидера культа. Детское приключенческое кино? И да, вы уже слышали эту историю на этом канале, но вновь ее время. До второго «Индианы» даже не было рейтинга PG-13, то есть первая часть с тающими лицами была для всех детишек. Но вот уже жуть сердцем вынудил чиновников вступить и ввести новые возрастные рейтинги. Настолько это было исторически крипово для вообще-то развлекательного семейного проекта. Сады, ты чё? Батарейку вторую садится. Скоро совсем сдохнет. Дерьмо, только бы успеть, родная. Чуть-чуть еще не отключайся, ладно, а? Третье место, и здесь двушечка душевнейших проектов из самого детства, из самого сердечка, забравшихся туда, очевидно, благодаря стокгольмскому синдрому. «Мумия» и «Джуманджи». И да, вначале мы обозначили правила, никаких хорроров, и обозначили, что будет одно мини-исключение. Вот это оно, «Мумия». Потому что, с одной стороны, это безусловный хоррор, но ни на Кинопоиске, ни на МДБ, ни на Вики ужасы в жанре не числятся. Хотя у КП по этой части небольшая биполярочка. Как бы то ни было, смотрели мы «Мумию» в детстве, и кирпичи она из нас выбивала не по-детски. Причем, казалось бы, очевидно, что ответственна за это сама «Мумия», ее костяная форма, конечно, не очень выдерживает сиджайную проверку временем. Сейчас будет не так страшно, но в нулевых, пока она держалась, было очень крипово. И сцены высасывания жизни из горя археологов с вот этими скелетами, которые после них остаются. Оказалось бы, очевидно, потому что меня, как я думаю и многих из вас, даже больше «Мумии» пугали гребаные жуки-скарабеи. Мало того, что они там пару человек тупо сжирают, сцены, где они бегают под кожей, до сих пор топливо кошмаров. Они вот какого-то черта нифига не устарели. Я в детстве из-за этого даже больше вторую часть любил, потому что из нее все страшное подвыкачили, остались только приключения и кеки, а первая действительно крепко так была заряжена хоррором. Как и еще одно культовое приключение 90-х.
«Джуманджи». Этот фильм здесь на правах Гарри Поттера, потому что, с одной стороны, четко выделить в нем самый криповый момент не так-то просто. С другой стороны, это потому что какая-то жуть происходит тут постоянно, и что-нибудь найдется для каждого. Вот, например, искренне стрёмный концепт до сих пор. Засасывание в игру. Снято максимально некомфортно в духе детских ТВ-хорроров 90-х с несовершенной зловещей долинной графикой, только усиливающий эффект, и его еще больше усиливает сюжет, когда знаешь, как надолго это. Ну вот опять же, тут есть кое-что для каждого, и лично для меня самым неприятным были живые растения. Ненавижу нахрен живые растения. А их в фильме дополна, они и ползают, и хватают, и целые машины сжирают, даром никого не убивают. Дикие животные постоянно выпрыгивают скримерами, в финале накидывают еще и зыбучие пески, тоже дикая дичь. Но при этом Джуманджи выбивается так высоко не только из-за какого-то из этих концептов. Одновременно и особенно веселым, и особенно жутким, просмотр этого фильма делало то, что все эти триггеры ужаса наслаивались друг на друга. Они почти никогда не работали в одиночку. Например, в начале Алан только засосал в игру, и он исчез. Летает полчища летучих мышей. В конце только удалось победить зыбучий пол, и все вроде успокоилось. Пауки. Гребаные пауки. Причем даже более мерзкие, чем в Поттере. В жанре Джуманджи ужасы не числятся. И это, с одной стороны, справедливо. А с другой, большой прикол. Потому что они, в конечном счете, в детстве находили возможность залезть под кожу буквально каждому. Ну, а в «Мумии» это было еще буквальнее. То есть, прям буквально-буквально. Так вот и получился дележ на третье место. Второе место. И честно скажу, что этот список получился настолько ровным, что выбор тех, кто его возглавит, был довольно сложным. И на него в конечном счете повлияло как раз то, что фильмы выходили в тот момент в нашем детстве в нулевых. Извините, что у нас такая ориентировка, но мы составляем этот топ, как бы куда деваться, субъективность. Но «Пираты Карибского моря» были абсолютно не обязаны подвозить нам одного из самых страшных персонажей детства – Дэвид Джонса. Возможно, это субъективное решение, потому что я терпеть не могу всяких морских тварей с щупальцами, но, ей-богу, а кто их любит? В первой части «Проклятие черной жемчужины» пираты-призраки были, конечно, жутковатые, но юмор, приключенческая атмосфера сглаживали впечатление, а вот в более насупленных и серьезных второй и третьей такого не происходит. Знакомство с Джонсом сразу происходит на максимально ужастиковой ноте ночью. Под дождем. И сперва Уилл Тернер видит жертву его действий, человека с сорванным, блин, лицом. В детстве я это увидел один раз и больше никогда не смотрел в экран на этой сцене. До этого года. Прорабатываем. А потом появляется и вся банда морских уродов, среди которых есть откровенно мерзкие, и в их числе их предводитель с постоянно шевелящейся склизкой бородой, то норовящий кого-нибудь потрогать, то просто угрожающий живущей собственной жизнью. Но вы знаете, зачем мы сегодня здесь. Вы знаете, какая сцена окончательно привела сюда Дэвид Джонса. И вот пусть YouTube только попробует нам за это всучить взрослый рейтинг или типа того. Вот эта дичь была в фильме PG-13. Я это в кинотеатре смотрел, я со своей фобией там кукухой чуть не отъехал. Это а. мерзко, б. жутко, в. довольно кроваво, так что и рейтинг R там просит передать, что заходил, но почему-то не застал. И есть вопрос, почему? Будь это даже одно щупальце, это была бы жуткая смерть. Там буквально во все возможные отверстия. Бррр, давайте заканчивать. Заслуженное второе место этому кошмару. Надо на упоминание хоть чуть-чуть подышать и набраться сил перед первым местом. А там уже и все. Ну и да, в этот раз перед первым местом в традиционных упоминаниях нам есть о ком поговорить. Список получился очень плотный. Осталась только красная лампа. Ладно, пофиг, Раша, всего-то осталось первое место проговорить. И сегодняшний победитель. Ну, конечно, это он.
«Властелин колец». Еще один большой привет студийным выборам режиссеров нулевых. Сэм Рэйми в «Пауке», Питер Джексон в «Средиземье». Талантливые хоррор-мейкеры, переходя в более семейные жанры, все же неизбежно приносили с собой наработанный багаж первых фильмов. В нашем старом топе скримеров, например, в основной топ-10 был всего один момент из неужастиков. И это был момент из «Братства кольца», где Бильбо одержим этим самым кольцом. То есть, как бы, да, в фильме уже были Назгул, они нагоняли напряжение и страха, но все это было закономерно в духе приключений, а не открытого хоррора. Здесь же ты вообще не ожидаешь подвоха. Безопасное место, светлая сцена, вроде обычный диалог деда и внука. Да, есть какое-то недопонимание, но моментальная, миллисекундная перемена в лице с бесшовной визуальной обработкой Йена Холма, взвизгивающей музыкой и животным звуком от только что милого знакомого персонажа напрочь вышибает из равновесия. Конечно, как для кино, гениально на нескольких уровнях. И дает понимание, что нигде не безопасно, и показывает разрушительную силу кольца, эффективнее любых экспозиций. Но какова цена этой гениальности? Я скажу. Цена — это смена комплекта одежды под зрителем. Впрочем, на этом Питер Джексон нас не отпускает из трилогии насовсем. В третьей части нас ждет и милейшее знакомство с одним из самых криповых пауков в истории кино — Шеллоп. Которая в сочетании с предполагаемой смертью Фродо делает весь ряд этих сцен прям неперевариваемым для детского восприятия. Вообще, кстати, вы заметили, обычно же змеи считаются топ-1 страха среди всякой живности. Но пауки как-то набивают себе цену в этом списке. Уже на 3 места из 10 заглянули. Ну и третьим моментом из «Властелина колец» можно смело упомянуть «Болото мертвых». Там и полускример, и буквальное окружение из трупов, и зловещий графенный дух, чуть не утаскивающий героя на дно. Короче, этот ваш Питер Джексон наворотил делов, конечно. И самый страшный скример топа, и еще несколько жутких моментов. А ведь мы реально вообще не обсуждали назгулов. Или орков. Или, например, вот это очаровательное существо, которое добровольно насаживается поглубже на оружие. Короче, да. Для проекта крепких PG-13, никогда ни у кого не вызывавших ассоциаций со словом «хоррор», «Властелин колец» отрабатывает крепоту по полной программе, выбивая все возможное из забредших на сеанс миллионов детишек. Первое место. Так, все, братцы, повспоминали крепоту и хватит. Я надеюсь, что-то в кадре все-таки еще видно, потому что я надеялся, что я допишу этот топ, и свет все-таки включится. И это меня пугает. А вы напишите, что пугало вас в детстве из этого, или что бы вы добавили в список, переставили бы из упоминаний в основу, или что-то мы совсем забыли. Ну и поставьте лайк, если вам почему-то понравилось это видео, и подпишитесь на канал, чтобы, может быть, такого, а может быть, другого было больше. На этом на сегодня все. Хватит этого чертового Хэллоуина в феврале. А пока-пока, я домой. Здрасте, это офис 13? А, слушай, хотел извинить. Вы там отсеть чинили, вот уже 8 раз сектября. Каждый раз у вас свет открывало. Сейчас вроде все наладили. Вы уж извините за неудобство. Да без проблем. Вован? Что такое? Так. Я это... новости открыл почитать. А, да. Понимаю. К таким хоррорам нас даже эти фильмы не готовили.